Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Могу сказать доброе утро, потому что в регионе, в котором мы сегодня отправляемся, время московское, у нас 10:00. И сегодня мы продолжаем серию наших лекций, лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Напоминаю, что в рамках нашего фестиваля пройдет 43 лекции, которые посвящены методикам, посвящены передаче опыта в области краеведения, в области работы с молодежью по преподаванию истории родного края. И сегодня мы отправляемся с вами в Волгоградскую область для того, чтобы победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Светлана Викторовна Воротилова, рассказала нам о своих методиках работы с молодежью, с ребятами, школьниками, для того, чтобы она поделилась своим опытом, рассказала свои методические наработки, показала нам свои инструменты работы. Светлана Викторовна, здравствуйте. Хотела бы еще немного вас представить. Светлана Викторовна у нас является начальником Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсии, а также почетным работником общего образования Российской Федерации. Светлана Викторовна, очень рада нашей сегодняшней встрече. Не буду долго затягивать, поэтому с удовольствием передам вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада участвовать в таком масштабном, интересном проекте и, собственно говоря, в конкурсе и в том лектории, в котором мы сейчас принимаем участие. Очень благодарна Российскому историческому обществу за то, что предоставлена такая возможность показать свой опыт и, конечно же, познакомиться с опытом коллег из разных регионов. Это, конечно, очень дорогого стоит. Я готовилась к этому выступлению, подготовила презентацию и хотела бы сейчас ее подключить для того, чтобы более детально и наглядно показать свой опыт. Так, я сейчас включаю демонстрацию экрана. Включаю презентацию. Скажите, пожалуйста, хорошо видно презентацию? Все хорошо? Да, ваша презентация отлично видна, спасибо. Хорошо, замечательно. Ну, я бы сказала, что с тех пор, как я участвовала в конкурсе, немножко изменились некоторые обстоятельства, и в настоящий момент я работаю действительно в Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсии, но перешла на должность методиста. Вот такая небольшая поправка. Но я должна сказать, что вообще-то большую часть своей профессиональной жизни я посвятила дополнительному образованию. И начало моей педагогической работы началось в городском детско-юношеском центре Волгограда. В 96-м году я стала руководителем детско-юношеского генеалогического клуба «Корни и крона». В 98 по 2013 год я была руководителем направления по генеалогическому направлению городской экспериментальной краеведческой программы. В рамках этой экспериментальной программы было разработано очень много идей, моделей педагогических. Я, конечно, занималась генеалогией и стала инициатором и модератором сначала городских, а с 2019 года областных и региональных, с 2019 года региональных генеалогических мероприятий, таких как семейный летописец традиционных 1997 года, этот конкурс у нас проходит, родословный проект с 2008-2009 учебного года и других очень интересных проектов и конкурсов. Я считаю, что приобщение к семейной истории – это один из самых эффективных путей формирования позитивной региональной и гражданской идентичности, так как знание своих родовых корней – помогает, позволяет человеку осознать свое место в цепи поколений и в историческом потоке за счет того, что у человека нарабатывается опыт позиционирования себя как представителя семьи и рода, как представителя края и страны. В основе моего опыта лежит авторская технология, которую я назвала «Родословный проект». Это пошаговая проектная по форме освоения азов генеалогического поиска подростками на материале своей собственной семьи. Происходит это на основе
изучение тематических обучающих презентаций. Тематика их обусловлена, собственно, логикой генеалогического поиска, который предполагает сбор генеалогической информации, оформление ее в виде родословных древ, в виде генеалогических досье, карт миграции предков, составление текстов по истории семьи. Вот как раз матрицу родословного проекта, тематическую, вы видите на данном слайде. Технология, предлагаемая мной родословного проекта, гибкая и универсальная. Она была опробирована в разных формах. И в рамках реализации программы дополнительного образования, и в системе классных часов, в программе внеурочной деятельности, и, конечно же, в рамках организации городских и региональных конкурсов, о которых я уже говорила. Вот сама непосредственно я работала с детьми 5-11 классов. Но я знаю много педагогов, которые использовали эту методику и в 3-4 классах и говорили о том, что она прекрасно работает и в этом возрасте за счет того, что используются именно обучающие презентации. Вот каждая из презентаций включает в себя 3 блока. Теоретический блок, в котором дети знакомятся с теми или иными генеалогическими практиками. Далее в практической части предусматривается выполнение практических заданий, в которых закрепляется теоретический материал. И далее следует проектно-исследовательское задание по той или иной теме. Выполнение этого задания приводит к тому, что у детей возникает тот или иной генеалогический продукт. Ну, например, родословное древо составляют дети, составляют карты миграции предков и так далее. Вот наиболее, я считаю, эффективная и полная модель реализации технологии родословного проекта – это конкурс творческих работ по генеалогии, который так и называется – родословный проект. Эта форма реализуется активно и в настоящее время. Конкурс предусматривает создание детьми в течение 5-6 месяцев целого комплекса творческих работ, начиная с родословных плакатов, генеалогических досье и тематических различных эссе. Работа происходит на основе презентаций, о которых я уже упоминала, и с опорой на педагогов, которые заинтересованы в этой тематике и готовы стать модераторами этого проекта в своих образовательных учреждениях. Система деятельности строится на работе с обучающими презентациями. То есть я, как модератор конкурса, предлагаю проработать эти презентации с педагогами в рамках групповых и индивидуальных консультаций, а далее уже педагоги работают с детьми так, как они считают нужным. И в группах, и индивидуально. А уже дети приходят в свое семейно-родственное окружение с этими презентациями и становятся руководителями практически родословных проектов в своем семейно-родственном окружении. Таким образом, презентации очень удобно использовать для того, чтобы вовлечь и родственное окружение ребенка, погрузить вот в это общее генеалогическое исследование, в генеалогический поиск. Нужно сказать, что помимо презентации, конечно, используются и иные дидактические материалы, такие как текстовые опросники, например, памятки, примеры эссе, посвященные разным тематическим эссе, примеры творческих работ, которые выполнены и детьми, и взрослыми людьми, для того, чтобы у детей нарабатывалась такая насмотренность, определенный кругозор нарабатывался в генеалогическом поиске. Вот о том, как это работает, я хотела бы показать на извлечениях из нескольких презентаций, из 5 презентаций. Первая презентация называется «Азы генеалогии». В рамках теоретического блока здесь дети узнают о том, какие виды родословия существуют, вертикальные, горизонтальные, круговые, сразу примеряют на себя, какие бы они хотели составить родословные древа. Здесь же в теоретическом блоке они узнают о правилах, которые выработаны в науке генеалогии. Это очень простые правила, но их обязательно нужно придерживаться для того, чтобы родословное легко читалось, как именно вот документ по истории семьи. А для этого нужно использовать определенный порядок расположения предков,
в поколениях, не смешивать поколения. Для этого нужно использовать нумерацию, обязательно фиксировать основную генеалогическую информацию, то есть фамилию, имя, отчество и даты жизни. Далее дети переходят к практикуму. Практикум заключается в том, что они анализируют конкретные родословные древа и вот на практике понимают, как важно соблюдать эти простые правила построения родословного древа. Потому что здесь мы видим перед собой фактически такой генеалогический клубок. И дети сразу говорят о том, что здесь было нарушено, что здесь нет нумерации, здесь неправильно расположены персоны в этой родословной схеме, что и делает ее совершенно абсолютно нечитаемой, непонятной даже тому, кто ее когда-то составил. Через какое-то время она будет, конечно же, непонятной. Все это позволяет потом детям не допустить тех ошибок, которые допускают люди, не посвященные в эту тему. Ну и, наконец, блок проектно-исследовательского задания. Оно здесь достаточно большое, как вы видите. Детям предлагается провести генеалогическое анкетирование, провести опрос среди родственников и составить черновой вариант восходящего родословного древа. Вот, древо дети могут составить и вручную, то есть нарисовать его, а могут воспользоваться и компьютерами с генеалогическими программами, такими как «Древо жизни», «Моя родословная», другими, любыми. Но мы рассматриваем вот это составление родословного именно как черновой вариант, потому что древо будет еще пополняться в течение всего проекта, когда появляются новые информации о предках. При составлении родословия детям предлагается обратить внимание на важные факты или какие-то повторяющиеся факты в биографиях предков. Предлагается им придумать условные знаки, которые могли бы маркировать это родословное древо, чтобы оно визуально интересно воспринималось и читалось. И, конечно же, в рамках вот этой первой же презентации дети получают задание начинать поиск семейно-родовых артефактов, то есть документов, в которых отражаются биографии предков, фотографии семейных родовых реликвий, если такие имеются. Все это предлагается оцифровывать, фотографировать и начинать систематизировать этот материал. То есть задание достаточно большое. Что касается родословного древа, то детям предлагается составить родословную в историческом контексте, то есть определить, какие исторические события выпали на долю того или иного поколения. Вот это как раз и позволяет понять сопричастность истории семьи и истории страны. В конечном счете, в конце проекта, дети составляют вот такие парадные, очень интересные родословные древа. Например, вот девочка-пятиклассница составила свою родословную и выбрала в качестве образа не древо, а сноп пшеницы для того, чтобы показать и подчеркнуть крестьянское происхождение основных ветвей своего рода. Она использовала очень удачно условные обозначения, в которых зафиксировала профессии предков, награды, которые они получали на трудовом и боевом поприще. И вот родословная такая очень интересная и с интересом рассматривается и легко читается. А старшие дети, составляя родословные, конечно, заглядывают более глубоко, в данном случае родословные уже до 6-7 колена составлены. В таких родословиях старшеклассников мы видим и больше такой маркированной генеалогической информации. Дети отмечают важные исторические события, в которых принимали участие предки. Например, отмечают участие в освоении целины, в строительстве каких-то важных промышленных объектов, имеющихся союзное всероссийское значение. Конечно же, отмечают и участие в войнах, в том числе и в локальных военных конфликтах, показывают награды и не только советского времени, но и дореволюционного времени, показывают, кто из предков был награжден как данный родословный, например, Георгиевскими крестами.
Вот такие родословные составляют дети. Ну, конечно, очень важный раздел в родословном проекте – это собирание генеалогических источников. Поэтому одна из презентаций называется у нас «Генеалогическое досье», и она нацелена на планомерный сбор и систематизацию источников по семейно-родовой истории. Вот в теоретическом блоке дети знакомятся вообще с понятием, что такое генеалогическое досье, что это банк подлинных документов и извлечение из различных источников. Но на конкурс делается акцент, что предоставляются только копии документов, ни в коем случае не оригиналы. Дети знакомятся с видами документов, официальными и неофициальными по происхождению, обсуждают значимость этих документов, как официальных, так и неофициальных для генеалогов. Все документы крайне важны, в том числе и неофициальные, потому что они открывают особые страницы в истории семьи, которые, ну, нельзя просто подчеркнуть в официальных документах. Дети имеют представление теперь о том, что документы можно систематизировать по трем основаниям и создать персональные, семейные и родовые досье. Они знакомятся с тем, как должно досье выглядеть, что оно должно иметь обязательно титульный лист, пронумерованный перечень и быть составлено согласно этому перечню. Документы должны быть пронумерованы соответственно этому перечню и аннотированы. В рамках практикума детям предлагается в качестве подспорья памятка, которая ориентирует на внимательное изучение документов и умение, развитие умений извлекать из документов прямую и косвенную информацию. Она акцентирует внимание на том, что документ нужно внимательно в первую очередь прочитать, чтобы выделить эту информацию, разобраться в том, к какому виду относится этот документ, официальный он или неофициальный, разобраться с тем, какие приметы эпохи отражаются в формуляре документа или в его символическом оформлении. Все это позволяет сделать вывод о том, как тот или иной документ расширяет представление ребенка о судьбе того или иного человека, о том или ином времени, в котором ему выпало жить. Если в документе осталось что-то неясно, вызвало какие-то сомнения, то это тоже нужно фиксировать и разбираться дальше уже с помощью взрослых, с помощью специалистов, заглядывая в специальную литературу. В рамках практикума детям дается возможность попрактиковаться и научиться изучать документы самого различного плана. В том числе документы и редко встречающиеся, и документы, что называется, типовые. В данном случае я, например, здесь показываю один из тех документов, который я обычно предлагаю детям прочитать. Это паспортная книжка 1917 года. Это, безусловно, уникальный документ. И работать с таким документом очень трудно, но зато на этом документе очень легко научиться побуквенно буквально читать этот документ, извлекать из него информацию. Детям, конечно, почему затруднительно читать такие документы, потому что они содержат буквы, которые уже изъяты из употребления с 1918 года. Но вот такое внимательное прочтение, оно дает определенные навыки в чтении документов. И, конечно, дети получают хороший опыт в этом плане. Изучение типовых документов тоже очень важно. И здесь я вот показываю извлечение из трудовой книжки. Очень часто не только дети, но даже и старшие родственники считают этот документ не очень-то интересным, скучным документом, что из него, в общем-то, нельзя почерпнуть какие-то интересные факты. Но на самом деле при внимательном чтении, конечно, здесь можно извлечь очень много и очень точной информации, которая станет такими отправными точками для дальнейшего исследования. Вот проектно-исследовательское задание в рамках генеалогического досье тоже достаточно обширное и интересное. Детям предстоит собрать документы
не только в своем родственном окружении близком, но также и среди дальних родственников детям это предлагается. И это реально и возможно. Предлагается систематизировать полученные документы и оформить их в досье. Для конкурса достаточно составить одно досье. Но, как правило, дети увлекаются, составляют даже несколько досье. И обязательно еще одно задание. Здесь дети впервые пишут эссе. И называется оно «Наш семейный архив». Вот в этом эссе очень важно показать то, как собирались материалы, кто помогал в этом процессе, какими трудностями пришлось столкнуться в процессе сбора документов, сколько вообще и какие самые ценные, интересные находки были сделаны, как эти документы отражают историю отдельного человека, историю семьи, края и страны. Вот такое задание в рамках генеалогического досье. Нужно сказать, что дети собирают очень разные генеалогические досье. Бывает, что оно не превышает 15 документов, но они бывают очень ценными, интересными, и ребенок очень интересно описывает эти документы. А бывают и случаи, когда родословные нам прибыли даже не то что в одном толстом томе, а в двух толстых томах. Там было собрано более 200 документов из разных исторических периодов жизни, истории, семьи. Вот, далее. Детям предлагается еще одна очень важная часть проекта – это география рода. В рамках теоретического блока детям предлагается составить карты миграции предков. Что собой представляет карта миграции предков? Это карта, на которой отражаются места рождения и проживания родоначальников. Места, куда они перемещались в разные исторические периоды. И для этого необходимо воспользоваться контурной картой или атласами отдельных регионов Российской Федерации или даже мира, в зависимости от того, где пролегали пути родственников в разные эпохи, в разные исторические периоды. В теоретическом блоке детям предлагается вот такое подспорье, фактически инструкция, как собираются материалы для оформления карты миграции предков. В первую очередь, конечно, нужно расспросить родственников о том, что они знают о малых родинах своих предков, зафиксировать, записать названия, сведения о том, что они помнят и знают, что им рассказывали о природе, об особенностях культурно-исторических этих мест, об этнографических особенностях, может быть, религиозных или культурных традициях. Вот, выяснить, по каким причинам и когда предки покидали родные места, куда они перемещались. Все это следует записать, а затем навести справки уже в опубликованных источниках, соотнести эти сведения и далее уяснить для себя, каким образом природные, исторические, культурные особенности малых родин оказали влияние на семейные уклады предков, как они в дальнейшем отразились на последующих поколениях. В рамках практикума детям предлагалось проанализировать и предлагается проанализировать карты, которые составлены предшественниками, да, в предыдущие годы использования вот этой технологии. Ну, в данном случае вот такая очень ясно читаемая карта. Дети, что речь идет о двух фамильных линиях, одна из которых происходила из Польши, другая из Украины, что они пересеклись, родословный перекресток случился у них в Оренбургской области, в Оренбуржье, вернее, правильно сказать. А затем они уже, проднившись, вот перемещались в район Сибири, а далее в республике Средней Азии. Ну вот, рассматриваю эту карту, которая легко читается, вот географические маршруты здесь легко читаются, но дети сразу же говорят о том, что есть некоторые затруднения при понимании истории этой семьи или этих ветвей рода.
непонятно, в какие годы происходила вот эта миграция предков. И, конечно, это очень важно при составлении своей собственной карты миграции предков. Детям предлагается еще одна карта, на которой как раз показаны даты, когда перемещались представители нескольких ветвей рода. Здесь дети тоже понимают, что речь идет об Украине и Поволжье. Одна из ветвей происходит как раз из Камышинского уезда Саратовской губернии. Нынче это территория Волгоградской области. Ну и здесь мы видим, что родословный перекресток – это Акмолинск, то есть это современный Казахстан. И здесь дети уже достаточно легко ориентируются, потому что здесь указано начало 20 века или период гражданской войны. Здесь понятно, почему перемещались несколько ветвей. Связано это, с, конечно, старшеклассники сразу скажут, что связано с, со Столыпинской аграрной реформой, переселением многих крестьянских семей. Но вот перемещение уже в 50-е, 60-е годы несколько затрудняет. Здесь детям, конечно же, нужно подсказать, что в советское время существовала практика направлений после получения высшего или среднего образования к определенным местам на определенное производство. И вот таким образом дети рассматривают еще одну карту теоретически, и они здесь обращают внимание на приемы, которые помогли понять эту карту. Они сразу отмечают, что очень легко разобраться с отдельными линиями, потому что они обозначены цветом и названы фамилиями. Далее детям предлагается составить проектно-исследовательское, уже проектно-исследовательское задание выполнить. Оно здесь очень лаконичное. Собственно говоря, составить карту миграции предков. Нужно сказать, что дети составляют очень интересные карты, их всегда очень интересно рассматривать. Мне тоже несколько карт особенно нравится, в частности, вот эта карта, которую вы видите, ее выполнила девятиклассница. Мне даже нравится, вот как обозначила название здесь девочка, она назвала так: «География моего рода на карте Евразии», подчеркнув масштабы перемещения своих предков, причем в разные исторические периоды, и связанные с участием и в войнах, и с участием в научных экспедициях. Все это ребенок зафиксировал и очень интересно, ярко представил. А вот еще одна карта, которая показала основной родословный перекресток, это Волгоград на глобусе, даже вот так глобально представила, она карту миграции предков, обратила особое внимание на две армянские линии, которые происходили из Турции, и одна из ветвей успела переместиться в 1914 году до трагического 1915 года, который ознаменовался геноцидом армян. К сожалению, вот одна из ветвей рода очень сильно пострадала. Здесь интересный прием девочка применила, она показала отдельные значимые регионы, куда перемещались ее предки, в отдельных иконках. И здесь она показала Грузию, Армению, показала Волгоградскую область. И на еще отдельном листе, который я здесь не показываю, Свердловскую область, откуда как раз родом русские ветви этого ее семьи происходят. Вот такая очень интересная, и можно сказать, даже вот глобально показала историю своего рода девочкам. Ну и далее я хотела бы очень коротко остановиться еще на одной презентации, которая называется «Семейная фотохроника». В рамках этой презентации дети знакомятся с методикой работы с фотографией как с историческим и биографическим, историко-генеалогическим источником. Здесь дается такая небольшая памятка, но очень емкая памятка. Детям предлагается, конечно, сделать электронную копию фотографии, и не только лицевой стороны, но обязательно оборотной. Сама фотография тщательно изучается со внешней стороны, с оборотной стороны, фиксируются все студийные отметки, если они есть, надписи, которые сделаны в разное время и разными людьми. И, конечно же, изучается содержание самой фотографии.
фиксируется внимание на том, что ребенок сразу понял в этой фотографии, и то, что, может быть, он не совсем понимает. Важно здесь обратить внимание на детали и одежды, и предметов, которые зафиксированы на фотографии. Все это может стать такими зацепочками для дальнейшего исследования. Важно, чтобы дети подвели итог по фотографии, как эта фотография расширила представление о биографии человека или об истории семьи, в зависимости от того, что запечатлено на этой фотографии. И, конечно же, как эта фотография отражает историческую эпоху, в которой она была сделана. Я здесь покажу только одну фотографию в рамках практикума. Вот она достаточно характерная, и на таких фотографиях как раз дети, мы с детьми отрабатываем умение исследовательские по изучению фотографии. Вот, например, эта фотография была предоставлена девочке, ее бабушке, и бабушка сказала, что вот на этой фотографии ее прадед, который является красным командиром, и он был даже отмечен именными часами от ВЦИ. Так было сказано. Но когда мы стали внимательно рассматривать фотографии, мы, конечно, обратили внимание на детали, на то, что перед нами казах, на том, что он изображен здесь в форме, запечатлен в форме дореволюционного периода, и самое главное, что на груди мы у него видим георгиевские кресты, то есть награды царского времени. Еще при увеличении мы обратили внимание на то, что эта фотография частично утраченная или специально отрезанная, потому что наш герой Елисей Тимофеевич Кулачев здесь опирается на плечо, видимо, своего сослуживца, что это тоже, в общем-то, не случайно, и есть смысл поискать еще вот эту полную фотографию. И мы уже стали дальше искать сведения об этом человеке, как о георгиевском кавалере. И действительно, эти сведения нашли о нем и восстановили его биографию не только как красного командира, но также и человека, который участвовал в Первой мировой войне и заслужил как минимум 3 георгиевских креста. Вот мы эту информацию нашли. И более того, мы нашли еще одну фотографию, которой никогда не располагала семья. Эта фотография была сделана в рамках собирания сведений о георгиевских кавалерах. Очень интересная и фактурная фотография. В рамках темы «Семейная фотохроника» детям предлагается систематизировать семейные архивы, если фотоархивы, если в этом есть нужда. Но есть такие семьи, где фотографии хранятся в таком систематизированном виде, и это не требуется. Но в любом случае дети делают сканы наиболее значимых, наиболее интересных фотографий, и, конечно же, им предлагается написать небольшое эссе на основе одной или нескольких, но не более 10 фотографий, которые так называются семейная фотохроника. Таким образом, закрепляются исследовательские умения детей, и создается еще один такой вот генеалогический продукт, который отражает историю семьи в фотографиях. Конечно, центральным звеном в генеалогическом поиске всегда является биография человека, поэтому одна из презентаций у нас посвящена методике составления биографических очерков. В теоретическом блоке детям дается представление о том, что судьба человека складывается из нескольких факторов, ну, как минимум 3, из исторических условий, которым ему выпало жить, стартовых условий, которые ему обеспечивает семья, и, конечно же, собственных усилий. Опять же, здесь мы ориентируемся на хронологию, выясняем, какие хронологические рамки жизни человека и выясняем, какие исторические события ему довелось пережить. В рамках теоретического блока детям предлагается ориентироваться на важную такую необходимую информацию. Это основную, конечно, генеалогическую информацию. Они должны обязательно зафиксировать фамилию, имя, отчество, даты жизни обязательно. И акцентировать внимание на фактах в хронологическом порядке, связанных с
получением образования, с трудовой деятельностью, с политической или творческой деятельностью, если таковая была. Обязательно в хронологии разобраться с фактами семейной жизни, начиная с родительской семьи, а потом факты обязательно зафиксировать создание своей собственной семьи, зафиксировать имена жены, зафиксировать имена дата рождения детей. Еще раз акцентировать внимание на исторических и жизненных событиях, которые повлияли на характер и судьбу героя очерка. Ну и затем, конечно, влияние человека на судьбы других своих родственников, потому что человек, мы изучаем биографию в генеалогическом контексте, и для нас, конечно, очень важно, почему именно этот человек стал семейным героем. Нужно сказать, что работа, конечно, начинается с осмысливанием семейных рассказов и с изучением семейно-родовых артефактов. Это особенность биографического очерка, и трудность его, может быть, особенная, заключается в том, что здесь требуется написание биографического очерка на основе нескольких видов источников и документов, и фотографий, и, возможно, каких-то наград, если человек был награжден, а, возможно, и каких-то семейных реликвий, которые так или иначе связаны с судьбой, с биографией человека. У современных детей есть замечательная возможность работать с архивными документами, которые сейчас в свободном доступе можно получить на сайтах Министерства обороны, таких как «Подвиг народа», «ОБД-мемориал». С ними можно работать, из них можно извлекать информацию, и это, конечно, дает новый импульс для составления биографического очерка. Делает биографические очерки, конечно, очень интересными. Тех людей, которые были участниками Великой Отечественной войны. Вот проектно-исследовательское задание как раз и заключается в том, чтобы сделать подборку источников, продумать логику изложения, составить план биографического очерка и, собственно говоря, его написать. Очерк может быть посвящен как одному человеку, так и нескольким. Это зависит от подхода и желания автора родословного проекта. Вот таким образом, осмысливая семейно-родовое прошлое, изучая семейно-родовые артефакты, дети создают новые семейно-родовые артефакты, составляют родословное древо, составляют карты миграции предков, создают генеалогические досье, описывают семейные фотографии, пишут биографические очерки. И далее мы сейчас не будем это подробно рассматривать, но я просто акцентирую внимание на том, что в рамках родословного проекта детям также предлагается описывать семейные реликвии, семейные традиции, обращаться к теме происхождения фамилий или традиции именоречения. Предлагается описать знаковые места для рода в рамках такой темы, как родовые гнезда. Все это вместе взятое создает, можно сказать, такую родовую книгу, составленную ребенком. В авторском замысле представление этой книги предлагается в форме стендовой защиты. Проходит это в виде такого своего рода фестиваля выставок, на которые дети представляют свои родословные древа обязательно. Это обязательный элемент выставки. А все остальное они оформляют по своему усмотрению. И в рамках стендовой презентации дети приглашают сюда и своих родителей, старших родственников приглашают, младших родственников, даже друзей приглашают. Сюда приглашаются представители Царицынского генеалогического общества, краеведы, представители клуба «Сталинград». И в свое время жюри оценивает выступления работ. Они проходят таким образом в свободной форме.
дети в определенный момент, назначенные по определенному графику, рассказывают это жюри, а в остальное время они могут также смотреть выставку, могут слушать тех, кто в данный момент выступает перед жюри. И в результате вот стендовая презентация становится местом такого межпоколенческого взаимодействия и очень свободного, заинтересованного общения. Это всегда происходит как такое интересное событие, как праздник, можно сказать. А далее, те работы, которые составляются детьми, делаются детьми, они откладываются в сборниках исследовательских работ, публикуются на сайтах, такие как «Уроки истории», «Стенгазета». Некоторые работы поступают на вечное хранение по специальному предложению Государственного архива Волгоградской области, пополняют фонды Государственного архива. Здесь вы видите одно из писем, обращенное к Александре Новиковой. Некоторые работы становятся частью экспозиции наших музеев в Волгограде. В частности, вот перед вами фотография, на которой изображена Алена Селиванова, автор работы со своей прабабушкой. Как раз ее работа о предках по линии Бундиных помещена в основную экспозицию музея-завода «Ахтуба». А Николай Бундин был основателем чугунно-литейного завода, производство которого впоследствии вот и стало заводом «Ахтуба». Что касается дальнейшего поиска, то очень многие дети не останавливаются на достигнутом. Они дальше изучают историю своих семей и выходят в архивы, делают запросы в архивы, работают в наших местных архивах, обращаются в музеи, создают новые исследования по отдельным ветвям своего рода и представляют их на конкурсах разного уровня. И таких конкурсов, как «Моя семейная реликвия», «Человек в истории России 20 век», «Конференция Отечества» и многие другие. Но самое главное – это даже не то, что дети имеют успех на том или ином конкурсе, хотя они, конечно, его имеют, получив такой хороший заряд исследовательский. Вот. Но самое главное то, что дети обретают чувство рода и чувство родины в этом проекте. Вот на этом я хотела бы завершить свое выступление. Я надеюсь, оно было полезно. И если кто-то заинтересуется вот этой методикой, то я готова предоставить полный пакет и презентации, и дополнительных материалов по этой технологии. Готова делиться со всеми заинтересованными педагогами. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Светлана Викторовна, за подробный рассказ, за представление своих инструментов работы с ребятами. Их действительно много, и самое главное, что они масштабируемые и могут использоваться в любом регионе, поэтому ценности они имеют еще больше. Но все-таки меня всегда интересовал вопрос, наверное, хотелось бы задать его именно вам. Бывают ли такие ситуации, когда действительно сложно найти какие-то корни, вот именно семейные ребенку, если ему не помогают родители, если они не так давно, допустим, переехали из другого региона, и найти информацию представляется вот сложным. Каким образом вот в такой момент не потерять для ребенка вот интерес, сохранить в нем этот интерес, и чтобы он не ощущал себя оторванным от общего процесса поиска такой информации? Существуют ли какие-то, может быть, особые методы для работы с ребятами? Ну, знаете, действительно, такая проблема есть. Она возникает. Она возникает тогда, когда родители по какой-то причине не хотят поддержать интерес своих детей. Часто, к сожалению, это связано с конфликтами между представителями именно взрослых. Да? Вот. И ребенок хочет изучать историю семьи, а, допустим, вот принципиально родители не хотят общаться с какой-то частью своего рода. Ну, в этом случае я предлагаю просто исследовать ту ветвь рода, которую возможно исследовать. Ну, например, не секрет, конечно, что у нас сейчас есть неполные семьи, да,
Где-то родители умеют правильно наладить контакты и общаются со всеми родственниками, не ограничивают никак ребенка, но бывает и по-другому. В этом случае я предлагаю, допустим, сосредоточиться на материнской ветви, если, допустим, с отцом, с отцовской ветви никак не общаются. Ну а что касается, вот, допустим, если люди переехали из другой местности, то это не является вообще никаким препятствием. Главное, чтобы было бы желание, потому что стандартное начало генеалогического поиска, оно всегда связано с семейными документами, с семейными рассказами, и поэтому вот как минимум одну родословную работу в рамках родословного проекта, пусть она будет, может быть, не очень масштабная, но мы не зацикливаемся никогда на том, что вот если родословная составлена до 10-го колена, это, конечно, замечательно, здорово, мы это очень хвалим, очень приветствуем и говорим, как здорово, тебе очень повезло, что твои родственники обладают такой памятью, что они сохранили какие-то документы, которые позволили тебе составить такую родословную. Но мы очень хвалим тех детей, которые становятся первопроходцами в этом генеалогическом поиске. И здесь мы хвалим очень за то, что дети достигли, например, 4-го колена, 5-го колена. Мы говорим о том, что для начала ты самый первый семейный летописец, ты самый первый генеалог в своей семье, поэтому это очень значимо и это очень важно, что ты сейчас собрал все то, что можно собрать. Потому что если дальше интерес у ребенка фиксируется, если дальше интерес этот развивается, то можно уже сделать запросы и в другие архивы. Конечно, в наших архивах волгоградских, если у нас местные, допустим, корни, то мы можем обратиться в местные архивы, сделать запросы. Более того, с нами очень хорошо Государственный архив Волгоградской области сотрудничает. Мы даже проводили совместные такие интересные программы, в которых наши научные сотрудники рассказывали о типовых генеалогических источниках, показывали их, а потом по нашему уже запросу предварительному дети тут же на этом занятии, те, которые имели местные корни, могли найти сведения о своих предках. Это, конечно, здорово и очень интересно. Но мы также не исключаем возможность для детей находить такие архивные материалы, делая запросы в архивы других регионов. Но для того, чтобы понять, в каком регионе нужно запросить материалы, конечно же, нужно собрать сначала сведения в семье. А это доступно каждому. Главное, чтобы была действительно поддержка у ребенка в семье. Как правило, такое бывает. А бывают еще интересные моменты, когда родственники не очень поддерживают, но зато родственники в предыдущем поколении что-то собирали. И вот тогда ребенок просто приносит этот семейный архив, и мы начинаем работать с семейным архивом. Это бывает тоже очень интересно. И когда мы вот его собрали и систематизировали, тут и подключаются старшие родственники. Они поняли, что мы занимаемся важным и увлекательным делом. То есть вот методики разные, все зависит от того, с чем приходит ребенок и с какой проблемой он сталкивается. Но родословную можно составлять в любом случае по одной из ветвей. Можно обходить какие-то острые углы, понятно, что эта тема очень деликатная, и с этим надо считаться, конечно. Да, это большая работа, потому что именно строится она на индивидуальном подходе, поэтому вам еще раз большое спасибо за то, что этим опытом вы сегодня с нами поделились. Я бы, наверное, хотела подвести итог нашей сегодняшней встречи, сказать о том, что главное все-таки это инициатива, и как сегодня вот с Ланой Викторовной вы говорили, что заниматься составлением генеалогического древа можно с самого раннего возраста, потому что все это будет зависеть, как я понимаю, просто от сложности материала и от объема материала, который в итоге будет конечно получаться. Вот, еще раз большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Тема генеалогии, она особенная, потому что, как мы уже говорили, именно с любви к своей семье, знание своей истории, своей семьи начинается любовь к своей малой родине и любовь к своему отечеству. Поэтому работа эта очень важна, и мы рады, что такая работа сейчас набирает особенные обороты, особый интерес и у школьников, и у педагогов, как один из инструментов преподавания вот в плане краеведения, что не может не радовать. Еще раз большое спасибо. Говорю нашим участникам до скорых встреч. На сегодня наши лекции завершены, зато уже завтра мы посетим сразу 5 регионов. У нас состоится 5 лекций
Вы можете смотреть их как в прямом эфире, так и в записи, как и нашу сегодняшнюю лекцию. А я думаю, что если вы захотите получить контакты Светланы Викторовны, чтобы получить материалы, мы их обязательно вам сможем передать. Вот. Еще раз большое, да, еще раз большое спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Алина, спасибо технической поддержке, Веронике. Вот. Большое спасибо, до новых встреч, всего доброго, до свидания. До свидания, до новых встреч.